Меня половина принимает за мусульманку. То есть они как бы, вот женщины тут в хиджабах, то есть они, многие принимают меня за мусульманку. То есть это как бы местные, конечно, уже знают, кто я, то есть они, мы здороваемся с ними. То есть, а вот в Бишкеке иногда бывает такое, что даже вот мусульманское приветствие, то есть ну отвечаешь, здесь ничего такого нет.